Олег Николаев провел встречу с членами регионального президиума «Единой России», в ходе которой обсудили текущее состояние и перспективы развития регионального отделения партии. Глава Чувашии отметил, что положение народной программы партии пересекаются с комплексной программой социально-экономического развития республики до 2025 года. И с этого момента их утверждения некоторые положения кардинально поменялись, в том числе в части национальных проектов. Многие проекты практически полностью перекликаются с национальными, что повышает их эффективность. Олег Николаев также подчеркнул, что страна сегодня переживает серьезный период трансформации, и она должна выступить в качестве лидера противостояния мировому злу. В течение последнего года с лишним мы с вами видим, вот эта позиция, она обретает все большее количество сторонников, которые принимают решения об организации своей деятельности иными способами, чем это существовало до начала специальной военной операции. В частности, все больше и больше мы видим фактов перехода во взаимной торговле на те или иные национальные валюты. В этом вопросе, как сказал глава региона, позиции партии, людей, ее представляющих, законодательных органов власти имеют ключевое значение. Милена Алексеева, Татьяна Молокова, Николай Скворцов, Республика.